Сегодня в супермаркете «Фора» от фирмы «Наш молочник» я купил сыр вершковый 90 грамм. Стоит около 10 гривен, чуть больше. Это около 40 центов. Масло вершковое, молоко, вершки. Вершки 1%. Поэтому и называется сыр вершковый. Так? Вот. Если бы было 10%, то неизвестно даже, как бы он назывался. Сделано в Украине. Открываем и смотрим. Ну, сырок белый, конечно, хороший. Такой. Красивый. Пробуем. Хорош. Хорош, сырок хороший.